Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Певец перестал уделять время сыну и дочери. Сергей Лазарев принял участие уже в 5-м выпуске проекта «Танцы со звездами», где вместе с партнершей Екатериной Осиповой представил весьма оригинальный номер, который сам артист окрестил огненным джаз-роком. Члены жюри, однако, не оценили необычный танец, и пара заняла только 4-е место среди других участников. Но Лазарев не собирается отступать и готов побороться за победу в финале шоу. Сергей признался, что репетирует номер каждый день по много часов. Из-за этого артист почти не бывает дома и не видит своих детей, сына Никиту и дочку Анну, поэтому отпрыски предоставлены только заботам нянь, ведь мамы у них нет. «Я провожу весь день в репетиционных залах, жертвуя временем, которое мог бы провести с ними», — посетовал исполнитель. Чтобы как-то объяснить сыну и дочери свое отсутствие, Лазарев показывает им выпуски «Танцев со звездами». И детям очень нравится смотреть выступления отца. «Я вижу их горящие глаза, когда они смотрят на меня по телевизору, радуются, переживают, болеют за папу», — умиляется певец. Стоит отметить, что последнее время артист всерьез забросил наследников, и началось это еще до его участия в популярном танцевальном проекте. Новогодние праздники малыши, появившиеся на свет с помощью суррогатной матери, тоже провели без папы. А Сергей в это время развлекался с друзьями на Бали, и так хорошо проводил время, что даже не успел вовремя вернуться в Москву к началу шоу «Танцы со звездами». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.